Вот это кольцо он подарил мне уже на следующий день. Он стал раньше возвращаться с работы, спешить домой. Мой муж сказал, что я богиня в постели. У нас второй медовый месяц. Я чувствую, что подобрала ключик к своему мужчине. Я посмотрела вебинар и курс «Волшебный поцелуй». Я купила сразу все курсы гейши. Я очень долго сомневалась, читала статьи, почти полгода была подписана на гейшу, а потом решилась. Мне курсы посоветовала подруга. Я пересмотрела все видео на YouTube-канале и некоторые по несколько раз. Потом посмотрела пробные уроки и все-таки решила купить пакет курсов. В современном обществе почему-то принято думать, что если у вас есть любовь, то ваша сексуальная жизнь автоматически будет на высоте. Но на самом деле, чтобы получать истинное удовольствие от себя и от своего партнера, нужно учиться искусству любви. И давайте признаемся честно и не будем ханжами, только в паре, где гармоничное сексуальное отношение, возможно, долгая, счастливая семейная жизнь. Безусловно, есть пары, которые живут как брат и сестра, где совершенно отсутствуют хорошие интимные отношения, где есть измены, недовольство, претензии. Но хотите ли вы так жить, когда есть возможность бесконечно радовать друг друга, получать удовольствие друг от друга и бесконечно совершенствовать свою интимную и семейную жизнь? Я очень благодарна Ольге за то, как дипломатично она подает материал. Такие курсы можно смотреть даже вместе с мужчиной. Мне всегда любимый говорил, что я огонь, но после курса он засыпал меня комплиментами. Наши отношения вышли на новый уровень. Я подарила все курсы подруге, потому что лучший подарок – это инвестиции в себя. Спасибо, Оле, это очень нужный проект. Я считаю, что каждая девушка должна обязательно пройти эти курсы. Не ждите, что страсть в отношениях, головокружительные техники, невероятные оргазмы автоматически придут в вашу жизнь. Пройдите обучение в гейше и увидите, как изменятся ваши отношения. Как мужчина начнет носить вас на руках, всячески выражая восхищение вами и испытывая постоянное желание баловать вас и наслаждаться друг другом. Мой мужчина сказал мне недавно, что ты просто фантастическая женщина, и я хочу жениться на тебе еще раз.